уникальная природа Памира всегда интересовала исследователей и путешественников. Этот суровый горный край – родина древнего народа, о котором почти ничего не было известно. До 20 века о загадочных памирцах мало кто слышал, потому что они жили в отдаленных районах. А между тем, жители Высокогорья имеют особую культуру, интересные обычаи и традиции. Кто же такие памирцы и почему они оказались разделены границами Таджикистана, Афганистана, Китая и Пакистана? Памирцы – это мирные люди, привыкшие к изолированной жизни в горах Памира и Гиндукуша. Исторической областью их проживания называется Бадахшан. Данный этнос состоит из множества народностей, объединенных общим происхождением, обычаями, традициями, религией и историей. Памирцев разделяют на северных и южных. И среди первых наиболее многочисленной национальной группой являются шугнанцы. Их насчитывается более 100 тысяч человек. Рушанцев же в 3 раза меньше. Сарыкольцев почти 25 тысяч человек. А изгулямцев причисляют к малочисленным народностям. Основную часть южных памирцев составляют ваханцы. Их примерно 70 тысяч человек. Все эти люди относятся к самой восточной ветви европеоидной расы. Среди памирцев много светлых и голубоглазых людей. У них продолговатые лица с прямыми носами и большими глазами. Если встречаются брюнеты, то чаще всего со светлой кожей. Жители Бадахшана говорят на языках восточно-иранской группы индоевропейской семьи. Впрочем, для межнационального общения они используют таджикский язык. На нем же ведется обучение в школах. В Пакистане памирские языки постепенно вытесняют официальный урду, а в Китае – уйгурский. Задолго до распространения ислама на Памире местные жители исповедовали различные религии и культы. Больше всего здесь было последователей зороастризма и буддизма, и на это указывают многочисленные археологические находки остатков зороастрийских храмов и предметов культа. Священная книга зороастрийцев «Авеста» является одним из наиболее древних памятников Востока. Почти 2 тысячелетия Памир занимал срединное положение на Великом Шелковом пути. Здесь соприкасались различные культуры, религии, традиции. И по этому пути, через Вахан, буддизм проник в Китай. Китайский паломник Хой Чао, посетивший Вахан в 726 году, отмечает, что здесь были буддийские монастыри и монахи. И все жители Вахана были ревностными последователями учения Будды и исповедовали хинайнитский толк. До сих пор в Вахане существуют памятники буддизма, вытесненного позднее исламом. Ислам на территории Памира начинает распространяться с 7 по 8 век нашей эры. Во второй половине 7 века к Памиру подошли армии арабов, однако их попытки проникнуть в горные районы натолкнулись на упорное сопротивление местного населения. Борьба за Памир и особенно за долину Вахана усилилась в 8 веке. Противостояние закончилось победой арабов, которые в начале 9 века полностью подчинили себе западный Памир и Вахан. В центральной части Памира ислам был принят гораздо позже, в 11-12 веках. И по мере своего распространения мусульманство проникает в сферу культуры, архитектуры и искусства памирцев, тем самым оказывая огромное влияние на их быт. Каждый элемент дома здесь имеет символическое значение. Опорой жилища памирцев служат 5 столпов, названных в честь мусульманских святых – Мухаммед, Фатима, Али, Хусейн и Хасан. Они разграничивают мужскую и женскую спальни, а также кухню, гостиную и молитвенную зону. А 4-ступенчатый свод традиционного жилища символизирует природные стихии – огонь, землю, воду и воздух. Раньше памирцы жили большими патриархальными семьями. Все родственники вели совместное хозяйство, беспрекословно подчиняясь старейшине. Но впоследствии на смену таким мини-общинам пришли обычные моногамные семьи.
Традиционными занятиями этих людей являются земледелие и животноводство. На высокогорье разводят коров, овец, коз, лошадей и ослов. Как следствие, такая богатая история и суровый климат края сделали культуру этого народа уникальной и неповторимой. Музыкальное искусство Памира поражает разнообразием форм и жанров, которые берут свое начало в старинных обрядах и обычаях, которые тесно связаны с традиционными представлениями индоевропейцев о Вселенной. Каждый памир совмещает в себе певца, актера и танцора, а также, как правило, умеет играть на нескольких музыкальных инструментах. Музыка на памире сопровождает человека всю его жизнь, она согревает душу, придает новое измерение бытию, и именно она является его духовной пищей и источником сил. Самым известным жанром в музыке до сих пор является маддо. Этот жанр уходит вглубь веков и является древнейшим видом поэтического творчества мадхия, имеющего много общего со спеванием возвышенного и молитвами, обращенными ко Всевышнему. Не лишенные религиозных мотивов, песни строятся на философском размышлении, повествуя о вечности и временном бытии, о сущности смысла жизни, о судьбе человека, его вере и познании мира и Вселенной. Песни здесь естественны, как дыхание, их поют на ходу, на базарах, на отдыхе и на работе. И так же, как и песня, здесь складывается и танец. Импровизация способствовала сохранению богатства форм и образцов памирских танцев. Памирский танец – это искусство, которое не каждый может повторить. Многие думают, что танцы – это бессмысленное времяпрепровождение, бездумные вращения и движения, но это ошибочное представление. Танец – это не только передвижение ног, это и работа мозга. Танцы памирских народов напоминают суфийские. Такие же вращения, которые демонстрируют обращение к Богу, круговорот Вселенной, единение человека с Богом. Сколько существует наш народ, столько живет и танец. Он достался в наследство от наших предков, и в этом танце демонстрируется смелость и отвага, сила их духа. Марди шерджи гарен нацевч, намашка хой веруб зом. Машам есав камарди, машам есав камарди. Машам асири куйенат, наям шарат, наям шом. Машам есав камарди, машам есав камарди. Ich
I'm not a man.